Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас вот такой вот очиститель воздуха. Я давно мечтала об очистителе, примерно 2020 года, и вот наконец он у меня появился, поэтому сегодня будет у нас небольшой мини-обзор вот этого вот очистителя, и я расскажу, зачем он вообще нам нужен дома. У нас вот такой вот очиститель Ballu AP-130, и давайте сразу расскажу, зачем нам вообще дома обязательно нужен очиститель воздуха. Тут все просто. Чтобы чистить воздух в доме от пыли, шерсти, у нас хоть и сфинкс, но у него все равно есть маленькая шерстка, микробов и запахов. Последнее очень актуально, потому что у нас квартира-студия, и запахи вот с этой кухни расходятся просто по всему нашему дому. А еще я однажды увидела фотки пылевых клещей, которые живут в пыли прямо дома. Пришла просто в шок и ужас, и я не хочу, чтобы они у меня дома жили, чтобы я ими дышала. Вот здесь сейчас появится ужасная фотка клеща. А еще недавно мы были на производстве газобетона, газобетонных блоков, и у них там производство, и, соответственно, сразу в этом здании находятся кабинеты. Мы зашли в кабинет, и там стояли вот точно такие же очистители воздуха, и самое интересное, что прям за стеклом, за стенкой находится производство, где вот пыль стоит столбом, особенно когда там чистят фильтры, а в кабинете просто идеально чистый воздух. И поэтому мы решили купить как раз-таки вот этот очиститель. Ну и теперь конкретно про эту модель, почему мы выбрали именно ее. Первое, не самое важное, конечно, для очистителя, но очень приятное, это его дизайн. Посмотрите, он беленький, минималистичный, подойдет вообще абсолютно к любому интерьеру, тем более к нашему, с кухней классно сочетается. И мне кажется, что это очень приятный бонус. И еще у него есть очень красивая подсветка, которая особенно классно смотрится вечером. Второй очень важный момент, у него есть 4 фильтра. Один справляется с крупными частицами пыли, второй ловит более мелкие. Здесь нужно отметить особенно фотокаталитический фильтр, который работает вместе с ультрафиолетовой лампой. Именно они и уничтожают все бактерии и вирусы. Это, конечно, классно, потому что 4-ступенчатая фильтрация намного лучше, чем просто какой-то обычный фильтр. Дальше, по функционалу. У него есть 3 скорости работы. Понятно, максимальная, средняя и такая тихонькая. И 3 режима. Автоматический режим, то есть мы нажимаем кнопочку «Авто», и он нам выставляет какие-то настройки по умолчанию, можно не заморачиваться. Ручной режим, можно здесь выбрать самому, как тебе нужно, включить ионизацию, ионизация тоже здесь есть, выбрать нужную скорость, включить подсветку, выключить подсветку. И очень важно, что есть ночной режим. Когда очиститель работает, его все-таки слышно. А при ночном режиме он работает очень тихо, и можно его не выключать, а просто поставить этот ночной режим, и когда вы будете спать, вам ничего мешать не будет. Опять-таки, это очень актуально для нас, потому что у нас квартира-студия, и очиститель стоит буквально рядом с кроватью. Еще у очистителя есть датчик загрязнения. Это очень удобно, потому что можно на дисплее в реальном времени смотреть, как чистится воздух. Когда мы впервые включили его, то были просто в шоке от того, насколько загрязненный был наш воздух в квартире. И датчик показывал больше 400. И еще один очень важный момент. Именно эта модель рассчитана на площадь 40 квадратных метров. А у нас квартира сколько? 44 или 46? Я уж точно не помню, надо заглянуть в документы. В общем, нам его хватит вообще на всю квартиру, поэтому мы остановились именно на этой модели. Мы с вами обычно, когда переезжаем или когда, в принципе, покупаем какую-то технику в дом новую, мы что обычно берем? Там электрический чайник, пылесос, может быть, увлажнитель, может быть, кондиционер. Но на самом деле в этот шорт-лист первой необходимой техники обязательно должен входить и очиститель воздуха, потому что он поддерживает и создает, в принципе, нормальный, важный микроклимат в доме и заботится о вашем здоровье. А что вообще может быть важнее здоровья? Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, мы ее оставили. Там ссылка на этот очиститель воздуха, на нашу модель. Можете там подробнее еще почитать, посмотреть отзывы. И обязательно заказывайте себе такой же, чтобы он заботился о вашем здоровье. Пишите в комментариях ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите наши рецепты. Мы очень много снимаем вкусненького к Новому году. И всем пока!